Челябинск прибыла одна из величайших христианских святынь – ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Реликвию разместили в Свято-Симеоновском кафедральном соборе до 22 октября. 16 октября в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска была доставлена христианская святыня – часть пояса Пресвятой Богородицы. Внутри ковчега, прибывшего в Челябинск из Казанского федерального собора города Санкт-Петербурга, находится часть пояса Царицы Небесной, а также частицы мощей ее святых родителей – Иоакима и Анны. Заместитель председателя отдела по делам молодежи Челябинской епархии Глеб Блешон рассказал, что святыня была доставлена в область в рамках проекта «Вместе» по инициативе синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Ковчег с поясом Пресвятой Богородицы помогали встречать волонтеры из числа православной молодежи. Ковчег с поясом Пресвятой Богородицы доставляют в Челябинскую епархию уже второй раз за этот год. Наша молодежь всегда рада встречать святыню. Пусть она была недавно, в мае, но верующих всегда много. Мы рады быть здесь в общей молитве перед святыней, которая имеет большой вес в православии. В соборе дежурили активисты объединения «Волонтерские крылья», которые действуют при епархиальном отделе по работе с молодежью. Пояс Пресвятой Богородицы почитается в православном мире. Согласно преданию, Матерь Божия сама связала его из верблюжьей шерсти. После успения Пречистой Девы христиане бережно хранили пояс. Часть его оказалась на Святой горе Афон. Святыня будет находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе по адресу улица Кыштымская, дом 32, до 22 октября. Затем отправится дальше в Курганскую и Свердловскую области. Финальной точкой путешествия станет Салехард.